фотографией я занимаюсь довольно давно, даже когда еще работала видеооператором в Швеции, потому что мы их делали через скайп, эти фотографии. Это есть одна фотография, которую публиковали в Vogue. Туда, ну, мы ее обязательно снимем в моей студии. Может, это качество. Это барабан же. Ну да, потому что это получается не фотобумага, а холст, таких картин пишут, если кто-то хочет. А в Норвегии почему так дорого? Ставят фотографии, видеосъемка? Да, очень часто обращаются, что у русского фотографа подешевле. Но я не считаю, что это правильно. Мы все покупаем хлеб в одном и том же магазине, платим одни и те же налоги. Покупали этот дом, я специально искала дом, чтобы был побольше, чтобы вместилась студия и вся моя аппаратура. Это специально для детей, кстати? Специально для детей. Это чтобы дети не залазили на лестницу? Чтобы дети, скорее всего, не свалились с лестницы. Ага. Не залазили. Чтобы дети не свалились с лестницы. Все-таки должны быть какие-то меры безопасности. Тем более у меня тоже есть маленький сын, который очень активный. Сколько ему уже? Он 3 года, вот исполнилось 9 мая. Сейчас он в садике, скоро придет. Гости! Привет! Сиги, привет такие! Привет такие! Вагоди, де знати? Тур! Кстати, о сыне, вот он. Это тоже печатал на... Да, это печатала на принтере. Немножко другая бумага, покрытие лаком. Все это вскрывалось лаком вручную. И немножечко видео может отражать. Можно снимать сбоку. И вот эта колонка. Старючая колонка, старючее дерево. И мне нравятся эти фотографии тем, что у них все-таки есть душа, они сделаны вместе, да. В таком месте очень интересно, старом. Да, это тоже вот этой осенью в студии. Тыква такая. Такой маленький с тыквами. А вот это около старого-старого радио. Солнышко светит вам. Это солнышко, да? Как будто сзади. Да, тут свет. Солнышко, и ну, там лампа тоже вот тут стоит. Заметил, молодец. И старые наши старинные фотографии висят. Старинное радио. Это на даче в Финляндии. И когда мой сын приходит домой, сразу кричит «Фар-фар!». Он, кстати, может придет домой, спросить его, где сделана фотография. Он маленький еще плохо говорит. Ага. С чайником. Наш чайник тоже 100 лет в обед. Очень люблю разные старинные вещи. Такой все-таки более матовый здесь принт идет. Отдельно комната для детской фотосъемки. Здесь у меня тоже покупали большой дом. Дом больше 300 метров. И я покупала с учетом, что у меня будет студия, будет отдельная комната, где я буду снимать детей, семьи, малышей. И вот тут уже все под нее устраивать. У тебя сразу тут все есть, да? Смотри, да, у меня очень много всего. У меня очень много маленьких повязочек. Вот это очень много ручной работы. Очень много всяких прикольных вещей. Наверное, все-таки на более... На более милого ребенка тоже такая симпатичная. Это для детей. Если одеть на девочку, которая 1 годик, вот такую шапку, ну очень-очень прикольненько. Все эти шкурки, естественно, все это раскладывается, хранится. В общем, очень-очень много всего. Всяких корзинок, тележек. В общем, реквизитом я точно обеспечена. Много костюмчиков. Естественно, вот этот весь реквизит, многое это делается вручную, и реквизит, он тоже очень все-таки быстро портится, поэтому вот фотографирование новорожденных, после каждого ребенка это стирается, и, естественно, вот на много фотографирований это не хватит. Почему? Потому что стирается, в любом случае это портится. То есть маленькие детки, все-таки маленькие детки.
Тут где-то отрыгнул, ну запачкал. Сейчас это все стирается для нового использования. Сейчас у меня тут небольшой сет, антикорона сет с масками и с антибаком. Без него никак. Там ты ставишь, на той стороне ты ставишь... Я меняю, здесь экраны, у меня платьишки. Ну, то есть фотографии, ты же не снимаешь, ты в основном фотографируешь, я да? Я фотографирую. Все, у меня экраны, можно их менять. Да, тут у меня даже пол есть, который можно постелить специально для съемки. Виниловые экраны. Все-таки, если есть возможность, можешь подойти и показать студию издалека, чтобы было видно, что она большая. Ну да, у тебя же она не одна, это у тебя... Да, у меня не одна, это вторая студия у меня дома. Так... Вторая студия. Ну что, пошли, теперь посмотрим. Теперь посмотрим. Наконец-то твой... Теперь посмотрим, наконец-то мой принтер. Твой принтер, ага. Так. Так, ну вот, наконец-то мы попали к твоему уникальному принтеру. Да, если я присяду, он будет еще больше. Мы будем сейчас печатать на нем? Да, мы будем печатать, но это займет время. Это займет время, вам, наверное, еще хватит времени на чай, потому что пока я его включу, пока фотография дойдет до сюда. Поэтому давайте мы это сделаем сейчас. Давай, мы его запустим, да. Мы его запустим. Сколько ему уже? Да, месяцев же, но это же... Месяц, он еще малыш. Паша, потому что пашет. Все, будет еще долго запускаться. Надо будет порезать, посмотреть, порезать, и будет печатать. Очень интересно. Так может тогда несколько принтеров, да, купить тебе? Ну, сначала пусть он сам себя начнет окупать. А потом я потом думала купить... Свою типографию можно открыть, да? Прямо с удовольствием, вот мне тоже очень все нравится. Пока он будет только запускаться. Но возможность у него тоже большая, наверное, тоже много. У него очень большая возможность, у него очень хороший потенциал, потому что он, если у него хорошая фотография, качественная фотография, то вы можете показать буквально все цвета на этой картине. Угу. Если в обычном принтере 6 кадров, да, здесь 12, говорю, они друг с другом смешиваются, здесь только оттенков черного 2. Он... большой, мощный и очень умный. Он определяет бумагу, то есть если я печатаю на каком-то определенном канвас холсте, я ставлю именно на каком канвас я печатаю, он под этот канвас выбирает лучшую программу. Умный он еще, да? Умный. Кем он? Хотя ты снимаешь на Nikon, да? Я снимаю на Nikon, но печатаю на Canon. Я осталась неверной своему бренду. А есть Nikon тоже такие? Не думаю. Все-таки для печатной аппаратуры я все-таки выбрала. Так, может, это Canon, а что тебе больше нравится, Canon или Nikon снимать? Или ты привыкла? Снимать я привыкла к Nikon. Я привыкла, я, в принципе, очень хорошо дружу с этой камерой. Нам опять нужно будет подниматься наверх, мне нужно будет фотографии отправлять на печать. А, хорошо. А потом мы уже тогда будем... Мы как раз потом уже увидим, как оно выходит, да? Да. Я бы еще показала, как я бумагу заправляю. Ну, ты же будешь заправлять ее? Уже заправила. Угу. Времени просто много занимает. Беберетов. Нам наверх нужно. Так, сейчас проверю. Settings. 715-750 мм. 750 мм. Выставляешь размеры. Выставляешь качество. The best. Save. Print. И вот он принтер. И пошла фотография, полетела. We'll be right back.
у малышки висит. Принесу клиенту на этой неделе.